Такое ощущение, что вот эта пандурина сейчас упадет и оторвет мне все волосы. GaySub, магазин с очень низкими ценами на игры, CSGO, GTA 5, всего за 99 рублей, также много других дешевых игр. Успей купить, пока идут бешеные скидки на товар. Это магазин, в котором я всегда покупаю игрули, ссылка в описании. Да, рау народ, с вами Дёв, и наверняка вы уже видели челлендж с воском, когда какой-то ютубер наносит либо на руку, либо на ногу, либо на лицо. Я решил сделать то же самое, только немножечко похардкорней, с волосами. И сказать честно, я уже немного сожалею, что начал снимать это видео. Но свечки у меня уже куплены, так что отступать некуда. Расплавлю воск на паровой бане. Чтобы воск был не белым, я добавлю сюда все восковые мелки, которые у меня остались. Не очень хороший цвет у нас получился. Я хотел что-то яркое. Пока воск варится, заполню ведро холодной водой. Для подстраховочки. Воск уже почти готов. Мое посещение в туалет учащается. Это означает, что конец моим волосам приходит все ближе и ближе. Своими волосами я жертвую ради вас. Я действительно могу быть лысым. А может быть и вообще остаться без волос после ожога. Так что, пожалуйста, расскажи друзьям обо мне. Это будет большая поддержка. Также можешь кинуть мое видео в паблик с схожей тематики. Меньше слов, больше дела. Очень горячая кастрюля с воском. Просто пипец. Горячо, но терпимо. Хочу прическу, как у Брэд Питта. С Богом! Мои пальцы! О, как горячо! Мой волос! Ай, там горячо! С первым словом я справился. Немного холодной поддержки. Пальцы горят ужасно. Второй слой. Ай-яй-яй, горячо. Новые места! Еще горячее! Слава богу, он быстро остывает. Очень сильно боюсь за свои волосы. Мне так страшно их обрезать, как лишиться. Перейдем к более крайним мерам. Ай! Сюда намного легче. Такое ощущение, что вот эта пандурина сейчас упадет и оторвет мне все волосы. И последний слой. Ну что, пошлите смывать вот это вот. Все, посмотрим, что выйдет. Окей, волосы так просто не отдираются. Целый час я пытался отмыть эти волосы и пришел к выводу, что это бесполезно. Нужно подстригать. Я подстригал и отмывал волосы около 4 часов. Немного печально без них. Но все это я сделал ради вас. Так что ставить лайк или нет, решать вам. На голове у меня, кроме постриженных волос, остался еще и ожог. Здесь у меня белее кожа, здесь краснота идет уже. Пока.